сейчас хорошо прям попали. Восьмерка, правильно? Шестерка. Сорян. А это М-ка? Да? Кабрик. Порядочно. Разбросаны пацаны тут. Сохнут. Я очень надеюсь, что все понимают, насколько для меня это важно. Дебютовая карта Тинькофф Блэк теперь в 4 дизайнах от современных стрит-арт художников, чьи работы вы могли видеть на улицах своего города. Вы получаете не только стильную карту в лимитированном дизайне, но и возможность начать экономить на своих покупках. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров, их список постоянно обновляется. До 5% годовых на остаток с подпиской Тинькофф Про. Кэшбэк начисляется рублями, бесплатный переводы с карты на карту по номеру телефона через СБП. Наличные можно снимать также бесплатно в банкомат. Закажите карту Тинькофф Блэк в лимитированном дизайне прямо сейчас по ссылке в описании и получите стикеры в подарок. Че за погода, блин? Вот. На такой классике за мной еще никогда не приезжали. Здорово. Доброе утро. А багажник получится сделать? А, только так? Я понял. Удобно. Ух ты. Ну что, как дела? Нормально. Как утро началось? Отлично. Едет. Едет? Едет. Не троит? Нет. Машины были для гонок, так. Для ДТМ, так. И на треке работает всегда вторая и третья. Да, да, чтобы да, чтобы быстро. Чтобы не было, да, вот этого, все верно. Всегда было там. Все верно. У нее первое место второй, а вторая, третья, как с первой со вторую, чтобы, короче, по-быстрому воткнуть. Ну, братан, гонка все-таки, нифига себе, блин. Сколько тут завода сил? 194. Прикинь, да, на сегодняшний день это вообще ничего. Ни о чем. 80 в каком году? В 86-м году, когда их выпустили, в 85-м. Столько же лошадей плюс-минус было на Тестаросе, если не ошибаюсь. На Феррари, ну да. Да, и для того времени разгон на МХ был что-то около 7 секунд. И Тестарос разгонялась так же. Поэтому для тех лет это был прямо вау. Ну да. Типа под кассетник? Да. Просто, чтобы хранить, да? Да. Прикольно. Мне кажется, ей очень не хватает 6-й скорости. Ну, скорее потому всего, потому что, да. Смотри, вот на 120 обороты 3,5. Ну, да. Брат, ну у меня на Сильвии так же. Ну и как ты чувствуешь здесь драйв, мощь, скорость?
Но она рулится. Рулится хорошо. Да. То есть по сравнению с BMW тех годов, она рулится лучше намного. Конечно, скорости тут нет. Но и веса нет. Ну и веса нет, да. Время, кстати, 9 утра. Мы едем во Flat 12 очередной раз. На завтрак, но не просто на завтрак, а тут какое-то прям мероприятие на завтрачное. Так, ну сейчас опять глаза будут разбегаться, блин. Я так и знал, что ты приедешь. Здорово, блин. Я так и знал, что ты знал, что я приеду. Как тебе тачка? Нифига себе. Сильно, нет? Да. Знаешь, какого года? Нет. 86-го. На сколько лет она тебя старше? На 12? На 11. На 11. У меня так же. А ты попьешь? Ну, латте можно, да. Утро ж все-таки. Все, ради этого мы приехали. Ради этого. О, вот это кайф. Ты знал, что она на двух турбинах? Да. А я недавно узнал. Я думал, на одной. N54, оказывается, с двумя турбинами. Доброе утро. Вот если честно, вот честно, задняя часть мне нравится больше, чем у М2. Да, но спереди она... Перед грусть, согласен. Еще мне очень нравится, что у него прямо в багажнике вот этот стоп, широченные арки, только механика. Ну, спереди ничего, но... Ну, нет, не М2. Но я бы хотел себе такую, чтобы она была такая вот... Винтажная уже, как Е30. Маранелла. Итак, Мустанг, у которого вместо мотора батареи. Как мне сказали, его сделали русские. Ничего себе. Muscle car без мускул. Да, да, да. Современно. Вон, брат, ты ж по кольцу прешься, смотри, у него мотор сзади. Ты знаешь? Да. Это вообще считается типа культ тачка. Мотор в багажнике. Нет, так по городу можно в очках, а вообще на треке в шлеме, конечно. Почему вот его так таким сделали? Типа, чтобы вообще сопротивления не было? Видимо. Такие сидушки маленькие, коробка, да. Да, это лотосовская тема, что там кулиса открытая. Как будто симулятор такой, да? Маленький руль, такие ковшики какие-то своеобразные. И Camry V6. Тут V6, да, от Camry? 3.5 V6 и Camry. Что у них, тяга имеется. У них всего два двигателя. Двухлитровый от A45. От Mercedes? Да. И 3.5 Camry. Блин, интересно на таких тачках покататься. Мне было вообще очень интересно, они на треке. Да, это ж вообще что-то иное, да, от того, с чем мы знакомы. Ну, конечно, бабушкин сервант тоже на районе. Е60-ка красная на арбузах. Чё? Я хотел купить эту машину, так, когда у нее был пробег 50 тысяч. Этот цвет называется Japan Road Red. А, это родной ее цвет, и да? Всего 3 или 4 штуки в мире в этом цвете. Вот сейчас она сильно поношена. Ну вообще это супер редкий цвет, ребят. Супер. Причем, ну, да, она на светлом салоне, на светлом. И у нее светлый алькантара потолок. Запесоченные фары. Да, ой-ой-ой, да, как да, за... Да. Вот такие здесь мойки, короче. Вот хрома просто не стало, его затерли. Фары затерли, вон лак полез уже. Причем это 2009 год, это последний выпуск. Ага. Значит, фаркоп куда вкручивается? Да, они крутили номер, а? Классный. Это понял, куда? Да. В этот? Да. В крюк. Да, прикольно. Я в М2 себе так сделал. Очень симпатично смотрится. Короче, BMW M3, значит. BBS-ы у нее. Это же заводские колеса? Да. С завода уже шли BBS-ы. Нифига себе, двухсоставные. В идеале их нужно разобрать, отполировать полностью полку. Брат. Давай все сделаем, что? У нас места нету, я с удовольствием. Я согласен. С огромным. Ну, на паркинге что постоит. Надо купить домкрат, козлики. Классические номера. Значит, машине больше 30 лет, но не факт, да? Можно и раньше их получить. Нет, уже нет. Уже нельзя? Достаточно, она даже низко сидит. И очень такая она жесткая. Мы сейчас ехали, я прям почувствовал, что она нифига не валкая. Очень хорошо отрабатывает.
просто представьте, что эта машина 86-го года рождения, и в свое время она была вообще топ, и она даже представить не могла, что вот это ее продолжение когда-то будет. И она вот прям для своего времени очень интересна. А особенности, ты еще знаешь, в чем? В чем? Так. На E30. Они должны были из купе сделать M3, но у них не получалось. Почему? Потому что аэродинамически она была неправильная. Да. То есть у нее нос задирался, а задница задирался. Поэтому на обычной E30 купешке стекло. Стекло, кстати, такое же, как на купе. Причем, потому что это же амалогированная версия, да, ДТМ. Так. Стекло не должно было быть другое. Поэтому они выдвинули стекло ровно настолько. А, вперед. То есть это как накладка прям. Да, да, для аэродинамики. То есть стекло на обычной 30-ке купешке, оно здесь. А-а-а. Оно идет вот здесь. Вот здесь. То есть то вся есть реально... эта часть у него совсем другая. Реально какая-то технология присутствует, получается, да? Ну, для 85-го года, да. Блин, я бы очень хотел себе какую-то такую тачку. И вот это вот все диски разобрать, там, да. Понял? Все вот самому ковырять. Ну ты к этому придешь, ты к этому придешь. Когда места нет, я по 108 верну. Когда ты поймешь, что доверить уже некому, ты начнешь делать сам. Вот он. 2.3. Дроссельный. 4-цилиндровый мотор. 2.3 литра. В 90-м году из него сделали 2.5. Так. Потому что Evo 2 уже был 2.5. Так. И на 2.5 там было 230 лошадей, если я ошибаюсь. 231. То есть здесь 194, там 231. А. Короче, это реально крутой мотор. Ну, даже по сегодняшним меркам дроссельный. Да. И он стоит вдоль. То есть не поперек, как обычно, 4-цилиндровые современных тачек. Я после Сильвии понял, что я фанат именно гоночных 4-цилиндровых моторов. Они маленькие, очень мощные, в них много потенциала. Ну, потенциала немного, но как бы реально добиться потенциала, которого может хватить. И этот мотор, кстати, называется, как моя Сильвия, S14. Да, ну, S14 B32, по-моему, или как были B30, но S14 я запомнил. Реально M3 написано. Германия. Кстати, эту машину ты купил в Японии, но она немка. То есть она из Германии попала в Японию, и оттуда ты ее забрал сюда. Климка, ну как тебе вот? Прикольно, да? Ну как будто все просто здесь, нет? Ну прям, не прям жига, конечно. ВБС. Это что значит? ВБС? Потом ВБС значит М-ка? С, да? Блин, кайф, что от него дедом, да, пахнет? Кем? Дедом каким-то. Почему? Не знаю, типа старой техникой пахнет. Ты, брат, когда родился, она в третьем классе была уже. Слушай, вот это на фары, что ли, отдельное омывать? Мне кажется, да. Это у них был бачок для шампуня. А, да ладно. Для шампуня? Типа он отсюда дозируется как-то, да? Да, да, возможно. Ну, я точно знаю, что точно такое было. Здесь что-то написано, клинер какой-то. Ну да, да. Я не могу закрыть. Я сейчас сломаю, походу. Климка спасать. Я все эти бачки буду менять потом. Да. А, все, ломай туда. Жабо прикольно сделал, нет? Необычно. Жабо необычное. Ну да. Оно обычно отдельно же деталью идет, а тут типа монолитно, видишь, как сделано? Жабо. Кайф есть в этих тачках. Я думаю, антифанатов точно нету на сегодняшний день у таких машин, у старых, тем более М-ках. По сути, та же идеология, что и М2. Задний привод, купе. И все. И BMW. Да. Это подключаться к ней? Да, да, читать ошибки. Прикольно. А, Довик мне присылал эту розетку. Я думаю, это что-то страшная вещь. Вот это качественно. А ты бы смог ее прошить? Нет. Нет? У меня нет ничего. Не, если вот дать тебе этот разъем. Там особо ничего не прошлёшь, так почитаешь ошибки. Почитайте, ну типа, чтоб там, когда открываешь, аварийка моргала, такое нельзя бросить? Я понял, ну вот. Блин, я так загорелся тоже иметь какую-то себе вот такую машину, которую ты всю жизнь будешь просто что-то вот делать, там, ковырять. В этом есть какой-то свой кайф. Но то, что ребята тут доверяют всем местным, мне это прям вообще не по кайфу. Любая мелочь, они везут машины в сервис. Хотя можно самому там что-то попробовать хотя бы сделать и не платить кучу денег. Брат, ну давай. Привет. Раз уж ты попал в кадр, давай обзор на твою любимую машину здесь. Поехали. Поехали.
Я ничего не знаю. Так, она Урбан, да? У тебя Урбан была, брат? Нет. Урбан это типа обвес, да? Да, да, она пободрее, чем обычно. Пободрее, понял. Ну смотри, дисочки, начерненные Урбан. Эти брызговики, начерненные мён колеса. Мён вмятины без покраски. Мён вмятины без покраса. Легкая тонировка. Коллеги, приветствую. Наконец-то приветствую. Вы отошли от BMW, снимаете правильный автомобиль. Ну тогда. Я хочу кофе. То там, кстати, и печеньки. Cars and Coffee? Да, нет, по-другому. Cars and Cookies. Кстати, вот это Артем, благодаря которому в эпизоде идеальный звук с момента, как я сюда приехал. Почти кто смотрит сторис, тот знает. Артем, короче, как сказать правильно? Ты продюсер, композитор, музыкант. Короче, он пишет музыку. Какой вот самый твой топовый трек, который ты создал, что он залетел? Чтобы люди поняли. На данный момент Маркул Чайкина «Стрелы». «Стрелы», да. Вот. Ну и Артем, короче, шарит за все звуки, за все вот, короче, нюансы. И он все это прям выставляет. И я надеюсь, что чувствуется разница до знакомства с Артемом и после по звуку. Поэтому, брат, печеньки здесь. Здесь, как и как в Forza. Forza — это игра на Xbox и гоночная с машиной. Там есть типа тачки в автосалоне можно купить, а есть те, которые ты никогда не купишь в автосалоне, и они тебе либо выпадают, либо ты их выигрываешь там во всяких состязаниях, испытаниях, и вот это вот одна из них. Ford GT. Карбоновые диски. Cup 2. Номера четкие. Акрополич. Вся дырявая. Ну, вот типа увидеть прикольно и все. Очень красиво выглядит. Очень красиво, да. Ну, круто, что она вся дырявая, да, и она, да, если бы так откинуть крылья, она получается как Формула-1. Да. Номер видел, да, почти уже на дверь боковую повесил. Да. Климка, можешь меня снять? Я хочу кое-что сказать, но я не как знаю. Как снимать? Лицо? Просто? Лицо, ну да. Нажимать надо? Да. Или она уже снимает? Не, она снимает. Давай, брат. Короче, я вчера перед сном что-то мысли ловил какие-то, что, ну, я снимаю в этом эпизоде M3E30 и снимаю 911 GT3. И почему-то я решил сравнить вообще в целом эти поколения. Мне кажется, что M3E30 в свое время была прям вот удачная машина. Культовая и крутой. И на тот момент они 100% не планировали, что она будет настолько культовая. А 911 это тачка с историей, но конкретно 992, он как будто не в то время появился. Ему не повезло как будто чуть-чуть. В том плане, что это на сегодняшний день актуальная машина, актуальный 911, но ты не можешь просто так прийти его купить, потому что у них проблемы с производством, еще из-за ковидных времен, и большие очереди на него, машин мало, и из-за этих всех моментов какая-то нехватка запчастей, по электронике проблемы, дофига, короче, каких-то нюансов, которых, возможно, не было бы, если бы она появилась в другое время. Понял мою мысль? Или херню сказал? Примерно понял. Но такая же проблема и с BMW, ведь типа... BMW более народная тачка. А 911 это все равно... Гонячая история. Какая? Гонячая, типа. Ну и гонячая, и все равно это не,
не для всех дейли машин. Понял? Это вот тачка с историей, да. Но вот сейчас нынешнее поколение, оно крутое, но оно могло быть круче, если бы оно было в другое время. Понял? Ну, примерно понял, что ты хочешь сказать. Ей, короче, чуть-чуть не повезло как-то. С временами. Да, с запчастями, с производством, с доработками. Все, что это связано, все равно. Ковид, карантин, количество людей, которые работают над машиной, их меньше. Короче, я думаю, кто-то меня понял, а кто-то скажет, да нет, все-таки херню сморозил. Девятый или восьмой, я уже сбился. Последний. Самый последний, да, но девятый или восьмой, не помню. Чистый фетиш. Американский рынок. Вот этот GT3, 70% машин продалось на механике. Не знаю, как в остальных странах, знаю только за Америку, что механику во всей линейке 992 только здесь вот эта ручка. Ну, то есть, либо механика, либо в обычных 911 просто такой джойстик. А здесь именно они сделали ручку даже на ПДК. Трушно, трушно. Ничего лишнего. Такой кайф. Все удобно, все гармонично. Сидишь удобно. Тут, кстати, по комплектации можно выбрать любое тиснение. Либо значок, либо надпись по. Так, а что тут по настройкам есть? Старт-стоп, заслонка выхлопа. Что шасси, еще? Шасси, спорт, трек. Шасси — это подвеска, в смысле. Да, жестче, мягче, да, два режима. И драйв мод, да, то есть... Работа мотора. Режимы, да, режим работы мотора, нормальный спорт, трек. Так, а коробка D и есть типа спорт, если спорт сторону, тоже, да? Есть. Спорт. Механика есть, да, механика. То есть переключаешь, ну, да, на механику. Да. То есть не нужно ее переключать, да, сюда. Типтроник, короче. Климат есть, музыка есть. У него есть. Ага, да,
тема, как на Феррари. Да. На Феррари и на Ламбе ты нажимаешь два лепестка, и он врубает нейтралку. Прямо на ходу. А обратно скорость он сам включает? Да. То есть чисто реально создано, чтобы повыпендриваться звуком. Ну или знаешь, или когда, может, машина ловит какую-то ошибку, резко включить нейтралку. Ну, хотя можно и ручкой. Да. Но два лепестка нажимаешь на всех Поршах, так на Каймане тоже так. Ну ладно, не на всех, на Каене может не так. Три РС. Да, она нереально громкая. Это просто что-то какое-то сумасшествие. 360-я. Кабрик. Вау, это мы куда приехали вообще? Посмотрим, что там. Ой-ой-ой-ой-ой. Я эти все машины уже, по-моему, ну, какие-то вот вайперы я точно видел. О, сено. Офигеть. А здесь можно снимать? Я не знаю, что говорить. Макларен сено. С прозрачными дверьми. Это вообще... Я не знаю, как это комментировать. Опа! А это, походу, настоящий Black Series. Ну, вряд ли же он переодетый здесь будет стоять. Опа! Это Diablo. И она еще и Родстер. Еще и Кабрик. Да, приборка черная. Все, короче. По фэншую настоящий Black. Блин. Офигеть, это же этот, как он... SLK, или как он называется? Еще и какая-то версия, по-моему. GT2. Блин, как мне нравятся вот эти колеса. Старые, вот в таком стиле. В чуть таком провернутом. Ну, кому-то не нравятся эти яичницы. А кто-то, наоборот, кайфует с его радикальность. Ну, это два, как бы. Не халам-балам. Мне кажется, что там какой-то прикольный Porsche. Да? It's true, bro. А еще чуть можешь? Вот. А что он такой высокий? Он без мотора, видимо, вообще без ничего, да? Yes. Yes, bro. Ну, да. Чисто кузов с фарами на колесах. Yes, bro. Ну, как и вот это вот. А это классика, 157-й мотор. Подожди, а наш уже рест. А, 5,5 это 150. А, все. Уже на этом. На битурбо. Нет, эти когда вставляют. На гильзовке уже мотор. А, по-любому. Чего? Чего? Солнце. Вон, вон, смотри. Нет, вон. Ну ты брю. Я даже не заметил. Нормальная ламба. Ладно, скажи мне, вот тот Мерседес, это CLK? Какой? Вон. Это ж AMG. Прикинь, прикинь. Это Black Series, это вообще кошмар. У меня аж мурашки. Прикинь, вот я тоже из всего этого только на него среагировал. Это топ. Пойдем посмотрим. Прикинь, да, вот насколько мы шарим, брат. Вот эти ламбы, это просто... Не, ну LM это тоже круто, я считаю. Саня Белый же ездил на таком. Да? Ну, в фильме. Блин, вот они на самом деле все в таком состоянии уже. Прям вроде как... Да не, нет. Посмотри, ну это вообще кошмар уже. Ну они, дядь, все такие, вот эти ЛМы, они вот все, ну, прям печальные. Брат, посмотри, это ж вообще космос, нет? Ну это топ, это реально топ. Это очень редкая машина. Да, найден раритет, получается. Мне кажется, он от Black Series еще чем-то круче, нет? Может, он какой-то более кольцевой, потому что тут как-то Айзенман. Айзенман, да, нормальные пацаны на Айзенмане двигаются, брат. Так, пошел, пошел. Че, оригинал цвет? Нет, я про то, что смотри, как вот эти линии все ровненькие. Это ты с чем сравнишь, брат? Со сборной солянкой. Смотри, как прям реально все красивенько, ровненько. Ну, брат, завод. Клим, автоподбор, в работу пошел. Не, он реально новый. Да, он хороший. Ладно, Диабло кабриолет видел. Блин, кайф хоть раз в жизни на М2 поставить слики. Попробовать покататься на сликах. Просто почувствовать это. 18-й, блин, ну да, 19-го, походу, фиг найдешь. Короче, обновленная инфа по Black Series. На нем 300 километров пробег. Офигеть, какая красивая кожа.
Нет, сори, не 300, 216. 216, ладно. Синий кожаный салон. Сумасшедший спек. 216 километров пробег. И сколько он стоит? Миллион евро. Миллион евро, окей. А сколько их? 800? Не знаю, брат. Оригинальных блэков в мире? По-моему, 800. Что, двери тоже падают или нормально? Блин, братан, даже двери не падают, видишь? Ну вот здесь так же, прикинь, потрескалось, но это, видимо, болячка у них, типа, с кожей здесь проблема. Но в остальном, конечно, это просто, это... Не, ну новая машина, как бы. Ой, блин. Будьте спортивными машинами. Взяли размер твой? Мой, да? Чисто мой кроссовок. Видели когда-нибудь такое? Кресло. Вот тут в натуре ничего лишнего, понял? Чисто три педали. Выхлоп посередине. Все как у тебя, братан. Да. У тебя просто семейная, это такая, понял? Глянь, даже запаска есть. А у тебя запаска есть? Нет. А у него есть. В общем, я тут немного погуглил. Я ошалел. Насколько раритетную машину мы вообще встретили. Это, оказывается, не просто спидстер Porsche, это 550-й Porsche. Это самый первый вообще гоночный автомобиль компании Porsche. Алло, как дела? И тут, видимо, написано Spider, а не спидстер. Spider — это потому, что он без крыши. Вот я тупой. Ну, видите, зато я вот изучаю этот мир автомобилей. Их всего лишь выпускали 3 года. С 1953 по 56 год. И их всего лишь в мире 90 штук. В смысле, шанс встретить такую машину на улице, ну, очень маленький. Ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai. Tu sei come il vento che porta violini e rose. Caramelle non ne voglio più. Certe volte davvero non ti capisco. Le rose e i violini questa sera raccontagli un'altra. Violini e rose li posso sentire. Короче, мы пока кушали, тут какая-то сходка началась. СЛС просто, Разис бы сказал, для бичей. Потому что двери не вверх, да, типа не ценится, не ценится. Мотор сзади, 4 цилиндра. Ну, точнее, он средний мотор. По-моему, у них там сходка SL-ов и SLS-ов, которые не ценятся, да? Потому что они чайки, да, бро? Да. Ну. Это просто космос. А то, что женщина на ней едет. Это вот это и космос. Вот тут ты не был? Нет. Сейчас офигеешь. Короче, я в первый эпизод не вставил. Дубайский первый эпизод. Потому что там и так много материала. Раньше тут было кафе, и там были одни Порши. Но сейчас там что-то изменилось. Ага, теперь коллекция поприкольней. Но Каррера осталась. Добро пожаловать. Я тут как местный, короче. Вот. Вот такую полоску кайф на М2, только другого цвета. Может быть, чуть-чуть вот здесь. Но чтобы она была вот так поперек машины. Прикольно, мне кажется, нет? Тут каждая мелочь какой-то стилек. Security. Здесь начинки, наверное, да. Миллионы долларов. Да, тут нормально, загружено. Ну да. Carrera GT на механике. Механика где-то посередине салона. На такой Пол Уокер разбился. Но есть вероятность, что на сегодняшний день эту Carrera GT объедет любая М5 F90. Пока турбака моют просто тряпками с ведра, тут уже собралась какая-то взрослая движуха.
взрослая и по владельцам, и по машине. Вот такую Альфа Ромео я никогда не видел. Чуть-чуть из селев. А, ну этого даже не взяли, потому что, братан, ну не ценится он, не ценится. Старичок переехал сюда. Может, у кого-то днюха просто. О, это Тестароса? Да. Ну это вообще красота. Слепая. Все как положено. На мешалке. Состояние кайф вот там, с ведра тряпками ее помыть. Сначала диски, потом кузов. Сначала диски, потом кузов. Вот, если кто сомневается. Тестароса. Благодаря вот этой машине вообще появилось семейство 911-х. Но здесь мотор сзади, чтобы просто сэкономить, чтобы там наперед ничего не кидать, там, короче, привода, не привода, чтобы чисто все сзади было. А Porsche это уже развесовка, там, гонка туда-сюда. Как я понимаю, вот благодаря этой машине вообще начали появляться Porsche. Мы нашли хозяевов машин, точнее вот этой, вокруг которой столько внимания нашего. В общем, мы все уточнили, это реплика, все. Это не одна из 90-х, это уже какая-то переделка. Кастом. Кастом, да. Я думаю, она стоит лям. Я думаю, да. Но не та, о чем мы подумали. Это машина вот этой женщины, представляете? Вот это и вот это. Две машины, да, у нее, он сказал? У женщины, это же вообще круто. Я таких не встречал. И она реально шарит. Она, типа, она шарит, да. Она шарит за Porsche. Это круто. Все мы уже поняли, что это проект моих друзей под названием CCD Plan. Это игра с уникальным и широким комьюнити, где вы никогда не заскучаете. Огромный выбор машин, множество трасс, постоянные обновления и улучшения. Любите вы старую школу BMW, классических британцев, суперкары, мотоциклы, вы точно сможете собрать свой гараж мечты. Парни стараются, поэтому вам стоит оценить. Заходите, играйте, кайфуйте. Ссылочка по классике в описании. Итак, дубайские мероприятия местной автокультуры продолжаются. Мы снова на треке, снова. Потихоньку как бы пробиваем моменты, как тут, что тут, где тут, с кем тут. Но сегодня здесь вечерний драг-рейсинг. Кошка, блин, как она мне нравится, вы не представляете. Такой кайф испытываешь, когда на ней круизишь. Стенсерам огромный привет передаю. Скай на посадочке, на развальчике. Ладно, у нас сегодня драг-рейсинг. А это значит, у нас тут Toyo 3 восьмерочки. Спереди обычный Pizero. Походу, она на турбинах. Есть у меня такое легкое... А, ну да, вон они. Раз, два. Вот такой порядочек. LP610. Это вообще самая первая версия Хуракана. Как у него прикольно нулевичок там, блин, торчит. И у него карбоновые крылья. Какой-то странно покрашенный бампер. Карбоновый капот. Ну такая чисто гонка. Вся отпесоченная. Самое главное, что на трех восьмерках. И на каеновских нулевичках. Диском хана вообще. Италия. Берлина. Широн, кстати, я еще не видел ни разу. Вот сейчас вижу. Дива видел, Широн нет. Черный, матовый, на черном, полностью черный. Даже значок, обычно же значок, по-моему, чуть-чуть красный. Но здесь он черный. Офигеть, это он не черный, это он карбоновый. Интересно, будет он ездить или нет. Резина у него просто пилот. Сзади пилот. А, ну она на КАП-2 в целом, как бы. W12 на районе. Ростовская классика. GT3. Lotus. Lotus тоже хорошая машина. Ну, Porsche как бы вообще лучше всех здесь. Но он какой-то прям новенький. В Lotus'ах я не супер шарю. Симпотно выглядит. Я думаю, что он не очень дорогой на железках. Emira First Edition.
Ну и вот, еще один персонаж, который, скорее всего, будет гонять, судя по той 3-8 на заднем диске. Это, кстати, мой любимый Макларен, я уже рассказывал. Самый как будто сбалансированный, красивый, еще и черный. Еще и с полоской матовой по центру. Еще и катом, и с лбом. И с пояснением на лобовом стекле, как он называется. Чисто дерзость. Да, их прикольно увидеть, но постоянно охотиться их снимать вообще не вижу смысла. Ну да, Бугатти. Ну вот, мы ее посмотрели. Ну, конечно, прикольно было бы еще покататься. Но типа такая одноразовая эмоция какая-то от всех этих гиперкаров. Вот 911 GT3 это топ-тачка. Такая, как будто вот все-таки более-менее приземленная и нашинская как будто. Вот, а где же все местные на патрулях? Ай-яй-яй. Просто на этот силуэт. Ну и на этот. Так, на это GT3 RS 991 рестайлинг. А это 992 не RS. А это писта. Вот представьте просто, какой стиль заехать сюда на своей М2 и чисто с пацанами на трек не покататься по прямой. 812, та же Берлина. Не, ну Sky хороший, мне нравится. Что-то есть в том, что он такой четырехдверный. Конечно. GT3 RS MR тоже была GT3. Думал, только GT2 было. Вот она, собственно. Далеко идти не пришлось. Ну и, в общем, по вот этой главной прямой будут заезды. Я не знаю, сколько она метров, но я думаю, что достаточно. Хотя как будто фиг знает. Но я так понял, что они еще будут заезжать роллом, то есть не с места, а типа ходом. Стартанули, чуть-чуть разогнались, и либо на 3 сигнала по классике, либо я не знаю как. Ну, чисто андеграунд, конечно, на максималках только. Вид имеет, конечно. На таком бы по Ростову чисто покататься, на театралке постоять, на Ростов-арене тоже. А это мероприятие, ну, это такое чисто как, ну, как трек-день от автохауса. Автохаус — это где мы были, где вот мы с Абасом заезжали, где была куча машин, где был СЛС, Сиди. Вот это вот, типа, они как от своего автоклуба собрались погоняться роллом. И так как это от автохауса, это все бесплатно. Ну, я думаю, пацанам не проблема было бы и заплатить какую-то там по 2000 рублей. Понял, да? Ну, я не знаю, может, они все карбоновые, но он, видимо, без лака, без цвета. Да, это тебе не губу поставить с накладкой на багажник. Чтобы я так жил. Просто вся карбоновая, да? Как это переводится? Мантай Рейсинг. Мантай Рейсинг. Да. У них офис прямо на этом, около Нюрнберга. Подожди, это вот, это не Porsche, это нет. Уже... Но, Мантай Рейсинг, если ты покупаешь, во-первых, кит Мантай Рейсинг, ты покупаешь Porsche. А, то есть это как тюнинг-ателье. Да, все, что ты ставишь от Мантай Рейсинг, да. Остается, то есть автомобиль остается на гарантии. То есть это типа заводской тюнинг. Это типа Brabus. Все, я понял. В общем, это GT2, Manta Racing, да? Да. А это GT3. Если это полный кит, да. Там 880 лошадей. Офигеть. Я не думаю, что здесь есть кто-то быстрее, чем эта машина. Но есть и смысл. Не Широн, да. То есть вот это быстрее, чем вот тот Mac? Я думаю, что да. Реально? Это по 900 сил. Жесть. Хотя, у него настолько крутая аэродинамика, возможно, которая его, в принципе, притормаживает. Не знаю. Ну, я думаю, да, что... он быстрый для кольца.
Блин, прикольно. На таких гонках я не был. Хотя, когда у нас собирались М5 и РС6, мне казалось, что может быть лучше. Быстрее, короче. Да, да. Построенный в Дубае, там 1000 сил. Зафиксировали. Вот этот GT2 RS, который MR тюнины, 1000 сил в нем, алё, блин. Но мне кажется, как будто Porsche, ну именно 911 как будто не создан для вот этой стихии прямых гонок. Мне кажется, это кольцевая машина, и на кольце ему не нужны эти 1000 сил. Хотя, не знаю, могу ошибаться. Когда мы еще с Бугатти погоняемся, блин? Давай, быстро, быстро. Как оно, когда стоишь на старте рядом с Широном? Непередаваемое ощущение. Что мы тут делаем? Ну, согласись, если бы он приехал на трек-день, ты бы не подарил. Нет. В кольце. Нет. 100%. Конечно, нет. Вот, сколько GT3? 15. 15 GT3? Да. Охренеть. Это он без карбона. Я думаю, что он стоит 1.4 миллиона. Как ты думаешь, это он какой-то лимитный все-таки? Да, если брать по 200 с хвостиком тысяч за GT3, я думаю, получается штук, да, 15 точно. Страшные цифры. Страшные цифры. То ли цена, то ли номер телефона. Можем и не просрать. Думаешь, это наш пассажир, клиент? Можем и не просрать, даже вдвоем. Нормально, брат. На Феррари отыгрался. Приехала, короче, самая быстрая машина, это Tesla Blade. Так что все, можем собираться уезжать. Больше ничего интересного не будет. Но он реально, скорее всего, быстрее Широна. Но не быстрее вот этого Хуракана. Я так понял, там в конце 278, это скорость на выходе. Ну, неплохо он дал. 278 на выходе скорость. 7,7. 7,7? Да. То есть он вот этот отрезок за 7,7 проехал? Как будто быстро. Значит, вот они стартанули. Вот у них
скорость 75 и 77. Это скорость, с какой они пересекли вот эти вот лампочки, где старт. Это время 402 метра, а это скорость на выходе. В целом все понятно, но непонятно, вот 9 секунд, 217 на выходе, быстро это или нет. Ну типа прикольнее воспринимать там 100-200 разгон. Но скажу, что на М2 именно здесь ловить вообще нечего было. Так, вот это интересно, турбовый Хураган и Широн. Плюс-минус, я так понял, у них одинаково сил. Сейчас мы по телеметрии все поймем. Ну, если, конечно, они поедут грамотно. Блин, каково это вообще приехать на Бугатти погоняться? Вот прикольно, что он, она у него не стоит в коллекции. Прикольно, что он даже вот на трек на ней выезжает. Красавчик, респект. Профукал старт, но проехал за 8,6. А, ничего себе, Хуракана 279 на выходе скорость. И 7,5 он проехал. Вот и все, тюнинг решает все, получается. Только Бугатти домой поедет, а Хуракан масло меняет, скорее всего, и сцепление. Блин, прикольный движ. Прикольно, что это легально. С другой стороны, скучно немного, что это легально. Хотелось бы, чтобы это все-таки где-то происходило не совсем организованно. Круто, что оно хотя бы есть и происходит. Первый раз в жизни на формульном треке будем кататься с Аббасом на 911. А теперь внимание, на чье место встал Довик. То есть вот парковка пустая. Но у каждой парковки есть табличка. Макс Ферстаппен. Что, ждем Переса и выезжаем. Самое главное, что, ну, Сочи автодром тоже считается формульный трек, но уже там не проходит формула, к сожалению. Во времена, когда формула проходила в Сочи, я вообще не болел формулой, и меня это вообще не интересовало. Но я катался, получается, уже на формульном треке, даже за рулем, даже кучу раз. Надеюсь, скоро мы выйдем на Яс-Марину на своей машине. Вообще кайф. И да, кстати, здесь будет заключительный этап Формулы 1 2023. И если вдруг я буду здесь, я, конечно, постараюсь на него попасть. Но просто попасть на него как зритель, это грустно. Потому что все говорят, что формулу лучше смотреть по телеку. Но я хочу попробовать подать как-то на аккредитацию, на СМИ. И поснимать, полазить везде по паддокам. Это ж вообще будет просто сумасшедший эпизод. Но опять же, он будет сумасшедший для тех, кто хоть иногда следит за формулой.
Чисто два брата одинаковых. Блин, я такие эмоции испытываю, если честно, такой кайф. Начинается. Ну да, да. Довик имеет в виду этот сериал на Netflix про Формулу-1. У нас он называется «Драйв выживания». Что-то такое, кошмар какой-то. Блин. Какой кайф. А, там люди уже отдыхают. Да. Залив такой, а-ля Монако. Это вот здесь, да, финиш? Вправо. И все, его туда влево поворот. Я, короче, наизусть знаю уже все трассы из-за того, что я в Формулу-1 на Xbox играю. Вообще. А можно подойти к забору? Да. Спасибо. Это вот сюда они все выбегают, перелазят на этот забор, когда финишная прямая в конце круга. Вот он, священный асфальт. И прямая. Огни, которые гаснут все время. И погнал. В следующий раз, надеюсь, я приеду сюда уже на своей машине. Я тоже. Ну что, встречаем героиню эпизода. Кчао. Вот так красиво Аббас на трек приезжает. Такая услуга стоит 800 дирхам. Это где-то 15 тысяч рублей. И то есть из Дубая... Из Дубая он приезжает в Абу-Даби, это где-то час ехать, ждет, пока мы покатаемся, и везет обратно. И за все это $200. В принципе, нормально. Сколько километров с Дубая в Абу-Даби? 100? От нас 90. Ну, около 100, короче. 120. Ну, это чисто кошерный движ, конечно. Стоп-пробег по-богатому. Захотел, заехал, отдохнул, захотел, опять выехал. 600 дирхам. 600 дирхам. Сколько это долларов? Мне кажется, за формульную трассу нормально. В Сочи, по-моему, что-то типа той же цены было, не помню. 170. Вот, 13 тысяч рублей, короче. $176. Нормально. Сейчас покажу самую прикольную тачку этого вечера. Вот он, малыш. 930, 911. Я потихоньку их учу кузова отличать. Очень красивые, очень милые. На полукаркасе, на Рикаро CS ковшах, на Момо руле. То, что надо, на карбоновом шлеме. Ну, вот это лишнее как будто. Спойлер у него выехал. На выхлопе на каком-то кастомном. Не пойму, что написано, не вижу. Такой маленький, такой милый. На резине, на нит, не нита, а что это? Нита, да, японская шина. Сзади, спереди, наверное, тоже. Маленькие зеркала. Вообще кайф. Кайф, что он на треке. Когда я познал формулу, по-другому это все воспринимали. Конечно, да? 100%. Thank you.
чтобы ты 300 не разогнался и не разбился в конце. А так тут в формуле тут просто прямая. Опа, хорошо как. Сыну пахана тачку взял покататься. О, это Даня М3. Только компрессорный и только отполированный. Я думаю, что это самый лучший звук на сегодня. Ого, на керамике, что ли? Ничего себе. Я знаю, что он компрессор. Твоя. Это бархат, конечно. 92-я школа. Которая здесь катается. А на минуту быстрее. Ну да, как бы. Разница жесткая. Еще раз говорю, 100% поймут, какой я кайф испытываю. Короче, у меня с Абасом время получилось 2.20. Я думаю, без меня он чуть быстрее проедет. Но рекорд этого круга у Ферстаппена в 21 году минута 22. Так если просто представить, насколько это быстрее, даже в голове не укладывается. И насколько сложно это все. Я знаю, что мой канал вырос и в целом состоит из BMW-шников, и в частности E92, поэтому это специально для вас. M3 E92 на компрессоре ESS. На губе карбоновой, кстати, она, по-моему, темно-синяя. Карбонокерамика или нет, не могу понять.
она или нет, вроде по трещинам она. С большим суппортом шестипоршневым, как на М2, короче. Тонированная, без ковшей, на ДКТ, на каком-то маленьком колесе, с маленьким вылетом сзади. Спереди нормально, сзади что-то не очень. Тут у нас что за логотип? Не знаю такое, но оно очень громкое. Вот, на карбоновом, походу, дактейле, или я не знаю, который просто врастили. Да, это, скорее всего, ламинация, вряд ли он весь карбоновый. Инстаграм, вот, если вдруг кому интересно посмотреть. Ну и я когда-то катался на 92-й компрессорной. Не знаю, как это настроено, но на которой я катался, в ней было 560 сил. Я на ней катался в Воронеже, и это был прям идеальный баланс. То есть у нее был запас мощности, она очень легко дрифтила. У нее не было турбоямы, потому что она компрессорная. И она прикольно свистела. Сейчас, пацанва, немного физики от Porsche. Немного поумничаю, так как у нас эпизод получился про 911, новый GT3. И вот здесь стоит новый GT3 и предыдущий GT3. Не RS, просто GT3. Новый GT3, естественно, как бы стал быстрее предыдущего GT3, но сил у него столько же. Вот эти две машины, у них сил, ну, одинаково. Но при этом эта машина тяжелее на 5 килограмм. Ну, это я не знаю, в каких там комплектациях, но суть не в этом. И вот эта машина медленней вот этой машины на Нюрбургринг, на северной петле, на 17 секунд. Просто задумайтесь, какая это пропасть между машинами. 17 секунд. Мощность одинаковая, новый весит тяжелее. Но аэродинамика у него в 4 раза мощнее, в 4 раза лучше. Он настроен, сбалансирован. И только за счет аэродинамики он быстрее этого на Нюрбургринге на 17 секунд. Вот просто представьте, машина финиширует, и вы считаете 1, 2, 3. И вот так 17, насколько это долго. Мощность, вес далеко не самое основное, как показывает нам Porsche. Аэродинамика тоже решает. Но тем не менее, я считаю, любое вообще поколение 911, оно прекрасно. Я тут завернул за угол буквально нашего трек-дня и офигел. Здорово. Здорово, машина с парашютом. Нифига себе тут проекты. Хаябуза на маятнике. На турбине 100%. Вот, пацаны, чуть-чуть другой у них кайф. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Блин, запах резины все-таки не хватает его. То, что я так долго искал. Заряженный патруль. А ты мой хороший. Куда я попал вообще? Сладкий, да, у V10? Да. Вообще. Да, братан, к земле попали. Вообще, да. Ясно. Mazda RX-8. На парашюте. Ну, от Mazda только значок и задние фонари, походу. Чуть
фары не сказал. Офигеть, у него шина. Не зацепился. Это что за покемон? Это патруль. Реально это патрол? А, это или лангрузер. Офигеть. Патруль. Офигеть. Это что за карбоновый покемон? Место проехал четверть мили быстрее, чем Широн с 80 км в час. Ну, блин, да, блин. Блин, реально, это ж взрослый драгрейсинг, не то, что мы с тобой были. Да. Блин, кайф, да, что ребята угорают? Прям именно занимаются этим. Мне было интересно посмотреть. Да, Супра, походу, хорошо едет. Надо найти кого-то, с кем-то тут познакомиться и прям целый фильм снять про всю эту идеологию. Потому что мы тут так как гости зарулили, особо не шарим во всем этом. Чтобы кто-то рассказал вообще вот про вот это. Мустанг. Ау. Ой-ой-ой. Ну я такое видел в интернете, кстати. Рисованные фары. Форд Мустанг. Так нелепо они рисуют эти фары. О, нормальный коллектор. Влад, Эйс, такой сможем сварить? Пацаны уже почти достроили здание. Я думаю, у них еще финальный этаж, и уже можно, в принципе, заселять. У пацанов, как говорится, работа кипит. А у меня, к сожалению, пока что нет никаких новостей по работе. Но, возможно, к следующему эпизоду кое-что решится. Я думаю, это будет прикольный даже инфоповод, прикольная какая-то коллаборация. Ну и работа, которая связана с тачками, связана со съемками, и меня это в целом устраивает, потому что я, по сути, останусь в своей сфере, в своем деле. Вот, так что держим кулачки, вообще огромный респект всем ребятам, кто к прошлому эпизоду писали вот такие текста, такие длинные полотенца, поддерживали, что правильно, газуй туда-сюда. Что надо пробовать, не попробуешь, не узнаешь, вернуться всегда успеешь. В общем, рад, что большинство людей все-таки поддержали мою мысль по поводу, чтобы побыть здесь, по поводу привезти сюда машину. Много писали, мол, блин, Виталик, ну ты же там всего лишь еще мало, может, пока что не стоит повезти машину. Но если будет работа, почему бы и нет? Если здесь будет со мной рядом моя машина, это настолько будет... легче, что ли, морально, что как будто что-то родное с тобой рядом и какая-то мотивация выживать здесь, находиться здесь. Блин, ну хочется, нифига себе, столько лет уже, почти 100 эпизодов снял, все связанные с тачками, вся жизнь связана с тачками, и неужели нельзя побыть здесь хотя бы фиг с ним годик, но рядом со своей машиной. Это же вообще идеально. Этот эпизод, кстати, начался с M3E30, но, к сожалению, у нас не получилось ее доснять, потому что машина немного вышла из строя. У нее там кое-какие косяки по топливу, по всяким трубкам, чуть-чуть она протекала, но Абаз заказал вот такой список запчастей всяких на нее. Заказал на нее диски, заказал новую подвеску. Короче, я думаю, что ничего страшного, что она... не попала в этот эпизод, про нее должен быть отдельный эпизод, и мы к этому подготовимся и снимем его уже после сотого, после
вот этого юбилейного. Самое главное, это чтобы к следующему эпизоду решилось с работой, чтобы все у меня договоренность произошла и можно было тут зависнуть, чуть заработать и дай бог привезти сюда тачку, а то и дай бог что-нибудь купить, короче. Так как я об этом уже начал с вами делиться, то буду делиться до конца. Все, кто со мной, спасибо большое. Я реально превратился в какого-то сопливого блогера со всеми этими моментами жизненными. Ну а что делать? Спасибо за поддержку, как говорится. Держим кулачки на следующий эпизод и потихоньку морально настраиваемся на какой-то крутой сотый эпизод.